Да. Так, привет, дамы и господа. Сегодня уже наступило 28 апреля. Пол первого. Ну, думаю, мы начнем отсчет именно с этой даты. Мы, в общем-то, выехали из Питера. Двигаемся в сторону Тарту. Да, я Женя. Я Ксюша. И это первый день нашей дикой поездки на Норвегию. В общем, так получилось, что мы начали снимать не с самого начала. Мы вышли на трассу, и тут же остановилась тачка с отличным мужиком, которого мы даже не знаем имя. Да, кстати, он шикарный мужик. Это же спросили. Ну, я на самом деле думал его спросить, но... Ну, я тоже очень долго хотел ему представить, это как Ксюша, но... Ты спрашиваешь имя, чтобы сразу забыть его. Ну, в начале путешествия еще нормально, чтобы как-то обращаться к человеку. Но зачем его спрашивать в конце, ну, как бы уже нет смысла. Ну, да. Вот. Полиция, если что, переночу. И он, в общем, с таким диким скрипом остановился, и вот мы даже не успели снять именно старт. Так что мы снимаем финиш. Гиссепи. Да. Да. Он очень мило довез нас. Мировой чувак провез 60 километров, наверное. Да, и 60 ему еще обратно пилить. Да. В общем, ребята, бывают такие люди добрые нас. Однако, пока все. С вами был Гений Микелсон. Кто-нибудь. Надо, короче.